Йоу, всем присоединившимся к этому видео. Что-то давненько хлопцов я не накидывал. Как раз по такому случаю есть немножечко красочки. Есть вот такая отличная будочка на привокзальной территории. А также в этом видео смотрите следующим хромовую раскладку шрифта. Здравствуйте. Будет следующее после троу-апа. Такой малыш получился. Флопец. Нормальный такой спотик. Здравствуйте. А расскажите, а что это за территория? Территория? Да. Киришский завод. Какой? Завод. Почему? Что изготавливают тут? Купили только нас недавно. Ничего, что я тут немножко порисовал. Ну кто не знает, у нас там начали шафариться, блядь. Да? С Питера приехала. Блядь. Раскладочка с хрома сегодня.
перед основным рисованием, которое будет завтра для вас, следующий видос. Размяться, так скажем. Кстати говоря, давно хотел заливать каллиграфическим кэпом. С хрома я буду, думаю, что будет прям... А, не. Нет. Не сегодня. Да, стенка тут, конечно, ложится просто прекрасно, в кавычках. Ну ладно, что поделать. Впитывает как губка. Даже по кирпичу иной раз было лучше обводить.
Кстати говоря, вот пробовал я one take, так называемый, я брал цвет. Вот, у меня сложилось такое впечатление, что, ну, здесь высокое давление, да, и сложилось впечатление, что банки больше для бомбинга. Вот, и как бы я их особо не брал, брал в основном Артон, вот. Но черного Артона мне не хватило в граффити маркете, и вот пришлось взять черный one take. Я думал, что будет то же самое, что и с цветными банками, но на приятное удивление мне очень сильно понравился one take черный. Как замену Артона я теперь его буду постоянно брать, потому что подходит и на райтинги, и на кэроков не обводить, и на вот такие вот бомбочки с Нью-Йорк Эпа тоже отлично. Так что впечатление о one take у меня положительное. Блять, я тогда съебусь. По-быстрому. Ладно, всего доброго.